прививочку уже сделали, мы не ходили туда, ходил Сергей Владимирович. Как прошло? Ну, Джой вообще боец, конечно, пришлось ему связать морду. Только накинули петлю на морду, он сразу успокоился. Вот так вот, сопротивлялся. Ага, покусать хотел доктора. Доктора хотел покусать, но это святое. Я опять совершила эту ошибку, я опять в бежевой толстовке и взяла в Макдаке кофе. Боюсь его пить. Желайте мне удачи. Да. Вот у человека проблема, подумали вы, да, кофе не обляпаться, но да. Коротко о Сочи. Человек в футболке и снег. Мы поднялись на 960, это высота. Солнышко печет, но сугробы. Как так, скажи, хозяин ушел, меня не взял, еще окно открытое оставил. А там же снег. Почему мне нельзя туда пойти? Нельзя, Джой, ну-ка назад. Так приятно встретиться, сколько 5 лет спустя, со своими молодоженами. Это мои жених и невеста, я когда-то снимала их. Давайте так же, носиками встаем. Носиками, это притча в языцах уже. Смотрите, а еще они привезли с собой детеныша. Это же вообще, представляете? Представляете, как многое изменилось за несколько лет? Стась, соскучились по снегу? Тут его еще много. Поворозиком. Поворозиком. Катились поворозиком? Смотрите, какое дерево, кучеряшка. Интересные веточки. В сережках. Нормально. Вас ожидает очень увлекательное времяпрепровождение, доктор Лектор. Относительно Джека Кроуфорда, похоже, чтобы не бал. Он играет всегда. Ha ha ha!